готовимся к выходу в Мексиканский залив. Там нищих местных с маленькими такими баржами денег. Наши нищие. Двухэтажный коттедж на берегу Голубой лагуны и сразу же небольшой катеришкой. Маленький домик двухэтажный, да, на берегу Голубой лагуны. И маленький катер. Так он не видели там гаражи, в них нет гаража, прям катер внутри. Так нет, так это. Уличный гараж, то есть. Я же говорю, вон, видишь, дома стоят двухэтажные. А, ну уже не видно отсюда. То есть он стоит, у него прямо причал, а под домом там катер. Все. Я больше всего удивило, что у них на концах вот этих волноломов фонарей нету нифига, блин. Ночью заходили мы. Хрен поймешь, блин, куда едешь, блин. Ну вон же в этом, там, под Новолитовском есть, пожалуйста. Только я не представляю, как там
где-нибудь в ноябре или в декабре, как задует, вот там весело будет. Там же метро, типа, во-первых, это озеро, что-то, там, вот, там, в смысле, речная вода присутствует. Если бы это море было бы такое, которое не засыпает, не замывает, так что там за море? Копать постоянно, все это не для нашего климата, не у нас. So, Mr. Pilot, how many minutes you will be disembark? 20 minutes? 15 minutes. We can reduce speed? Or you want to 5 minutes more? No, whenever the engine is, I mean, did I give you 10 minutes already? No, you don't give. Okay, 10 minutes for now. Yeah, 10 minutes. So, Mark. Машину мне принеси, пожалуйста. I thought I'd already given you. No. We'll slow her down in about 10 minutes, and then I'll get off in 15 there. Okay. I'm going to get you out there in safe water. It's too rough here, so I'm going to have to break the ship around to make a lead. I was very surprised. There is no lighthouse on the end of the Why? Rocks there. Well, it's just because of all the electronics that we have today, you know? The lighthouse is actually back there, Cabin. You can't even see the light on it. It's so antique, you know. When it was the only light out here, it was great. But now you can't even see it on a dark. This is good beach for tourists, but nobody there. No any hotel. Why? That is a good fishing beach there, Cabin. That is a good one, dirt. That whole island over there is owned by one man. It's private territory? It's a private island, But, see, no one can stop you from going to the beach in Texas. The beach belongs to the people of Texas. So I see. He owns the land, but we own the beach. So you can take a small boat over there, land, and go anywhere you want up the beach there. Okay. 120. Вот так, это частная территория, но... Пляж принадлежит всему народу. Не так, как у нас. Мы все узурпировали, козлы, блин. Хрен где подъедешь, блин. Да, вот относительно бесплатно, наверное. А? Ну, вот относительно бесплатно, раз народ подъезжает, порыбачит. Нет, ну вот он сказал, что вот это все, вот эта часть, говорит, принадлежит одному человеку. Но пляж, говорит, принадлежит всему народу Техаса. Ну, понятно. То есть на пляж ты можешь пройти, никто тебя не имеет права остановить. У нас законы, в принципе, такие же. Мы сами платим. Ну, законы у нас такие же, просто у нас коррупция другая. И мы идем, платим, едем на пляж, платим. А фигня, я готов платить, когда приехать на пляж, там было чисто. Дело в том, что в Крыму сейчас нигде подъехать уже. Там остался кусок только между Саками и Евпаторией, вот это там 15 или 11 километров пляжа, но там еще пока ничего никто не скупил. Может в любой момент повернуть, остановиться и купаться. Все остальное, от южный берег Крыма, ну, там восточное побережье, западное, блин, хрен куда подъедешь. Я последний раз там в 95-м году был, там уже было все скуплено практически на Каролинке. Так. А кто у нас на баке, а, Марк? Зови его, скажи, что...